Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про доги. Биткоин упал на 17%, и данная просадка вызвала страх у хомяков. Тем не менее, данное падение мы даже не ощущаем. Почему? Потому что мы набирали здесь. Забрали мы все данное движение, и мы понимаем, что цикл только начинается. Безоткатного роста быть не может, именно поэтому сейчас мы видим данную просадку. В старых видео я говорил, что очень много лонг-позиций открыто. Манипуляторы прекрасно понимали, что необходимо выбрать толпу. Сейчас идет распил. И те люди, которые покупали на хаях, заплатят своим депозитом. Сегодня я предлагаю вам поговорить про Dogecoin и обсудить всю рыночную ситуацию. А перед началом данного видео обязательно поддерживайте его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо Доги, киты сейчас не скидывают. Да, данные люди прекрасно понимают, что все только начинается. Нормального движения мы еще не видели. А это значит, что весь рост еще впереди. Киты просто не хотят скидывать раньше времени. И данную цикличность необходимо учитывать. На данном этапе мы находимся в середине цикла. Как я уже говорил вам не один раз, безоткатного роста быть не может. Лонг-позиции у нас никуда не делись. А это значит, что мы спокойно можем их выбрать. Прямо сейчас киты впитывают ликвидность хомяков. Аналогичная ситуация была у нас здесь, в середине цикла. Поэтому не исключайте просадку, на которой можно будет увеличить позиции. Лично я всегда в голове держу два сценария. Один на поход вверх, другой на поход вниз. Рынок непредсказуем, и мы не можем полагаться только на один из данных сценариев. Именно поэтому всегда учитывайте все возможные варианты. Касаемо битка, мы сейчас видим просадку. Хомяки боятся, хомяки ждут, чтобы данная просадка закончилась. Но мы с вами данную просадку даже не ощущаем, потому что покупали мы биток по 16 тысяч. Именно здесь, на днище, когда никто не хотел покупать. Забрали мы 2 икса только на битке. Я молчу про альту, которая дала нам 5-10 иксов. И это только начало. Своими результатами я буду делиться и дальше, так как рынок только начинает свое движение. И по факту сейчас я продолжу набирать правильные монеты, такие как Доги. Доги находится на днище прямо сейчас. Рост данная монета еще не показывала. Киты на данном этапе не скидывают свои монеты. А это значит, данные люди ждут рост. Они понимают, что рост непременно начнется. Дождутся не все. Толпа сейчас побежит в то, что уже улетело. Толпа будет покупать то, на чем мы уже заработали. В это время мы забираем то, что находится на днище. Именно на таких отметках мы и набирали свои позиции, касаемо других монет. Да, именно на страхе. Тогда, когда никто не хотел этого делать. Сейчас это все окупается. И это только начало. Потому что биток себя еще не показал. Напомню, что находимся мы в середине цикла. И всех обожгут еще не один раз. На данном этапе я набираю. Набираю то, что находится здесь. Набираю то, что себя еще не показало. И если вы имеете желание покупать вместе со мной, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. Именно здесь я делюсь всеми своими сетапами. Как только я что-то набираю, я сразу отписываю здесь. Поэтому, если вы хотите набирать вместе со мной и с моей командой, получив при этом полное обучение, то присоединяйтесь. Сейчас действует скидка. Все те люди, которые зайдут прямо сейчас, зайдут дешевле, чем остальные. Доступ оплачивается только один раз. На бычке вход будет оплачиваться помесячно для новых людей. Все старые, то есть те люди, которые присоединятся сейчас, останутся здесь навсегда, получая пользу,
которая постоянно добавляется. На сильном росте, когда уже не будет возможностей, я закрою доступ в данное комьюнити. Сейчас, пока я лично набираю, я могу взять ответственность за вас и довести вас до результата. Все покупки и продажи публикуются здесь. Кому интересно, присоединяйтесь. На данном этапе я наблюдаю за рынком. В очередной раз я убеждаюсь в том, что история рифмуется. Паттерны постоянно чередуются и масштабируются. Учитывая структуру рынка, я работаю так, как работал на прошлом цикле. В принципе, подход не поменялся. Я набираю новую альту, которая станет в этом цикле второй Соланой, второй Террой Луной, но без скама, и вторым Атомом, который, кстати, в этом цикле тоже покажет себя. Собственно, все возможности перед нами есть. Самое главное, их сейчас использовать. Кто-то на просадке будет сидеть и плакать, кто-то будет бояться. Лично я собираюсь выкупать и дальше хорошие отметки касаемо альты. Альтсезона еще не было, все только начинается. Если вы хотите пройти этот бычий рынок вместе, то подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего и всем пока, друзья!